Так, отсюда, конечно, будет лучше их видно. Надвигается какая-то буря. Ураган. Видимость почти нулевая. Они меня тоже, я так понял, не видят. Давай, я прикрою. Давай, говорит, я прикрою. Давай, 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 давай. Так, либо здесь так что-то. Отсюда. Конгресс-отель. Сколько всего настроено здесь? И все брошено. Круто.
Когда погода-то здесь? Не было раньше такого. Не Настя. Так, собирают ресурсы. Плохо себя чувствует, оголодали, видимо. Я вас хотел совсем по-другому пострелять. Я прям в окружении получаюсь. Нафиг. Сволочь моя. Это прям окружен. Вот, вот. Есть. Что-то кинули там. Что-то не получилось. Спокуха, сейчас все будет. Ах, тут без меня уже. Нас заметили. Вы их порвали. Кого? Под носом. Подписан. Подписка. Так, сейчас. Лутать можно, конечно. Бесконечно. Докинуть бы туда. Ясно. Ты умрешь! Блин. Что такое? Ладно. Готовься! Я иду! Такой живучий, что ли? Состояние критическое. Никак не ожидал. А что не так? Так. Ну, вроде все стоит. Классический карабин. Ну, можно взять. Урон от оружия, не знаю. Так, ладно, все это замечательно.
пошли куда-нибудь подальше. Конгресс холл никак как не так. Это здесь. Так, хорошо, музыка. Музыка поигрывает. А о чем ты думаешь? Община в банке? Да, а то. Мы оккупировали эту шнягу. Мы и агентов сюда пускаем, если они нормальные ребята. Те чуваки следили за зэками, которые на Уолл-стрит. Где-то тут валялись их заметки. Они времени зря не теряли. Сделали подробную карту комплекса. Надо действовать. Чем быстрее мы скинем Драгова пинком под зад, тем лучше. Согласна. Рот сказал, ты ищешь Ренегата, который прибился. В курсе всех новостей. Бен на уме, но тоже ходят вылазки вместе со всеми. Так, надо захватить эту точку. Пристрелю! Не надо зарядить! Спокойно. Спокойно. Не дает. Ближайший. Отлично. А где вход? Мимо меня и мышь не проскочит. Становится действительно жарко. Фэй, у тебя хорошие новости? Увы, нет. Сеть все лежит. Люди гибнут. Нам нужно, чтобы вы снова начали действовать в полную силу. Активирован протокол. Мы послали в Вашингтон агентов со всей страны. Мы делаем все, что можем. Неужели мы ничем не можем помочь? Ускорить процесс? Могли бы, уже давно бы сделали. Я не знаю, кто обрушил сеть, но он знал, куда бьет. Прямо в мозговой центр. Выходит, все? Спецотряд спекся? Мы не сдаемся, Рой. Мы приспосабливаемся и превозмогаем. Решение найдется. Вызывай остальных. Обсудим нашу тактику. Тут тупик, что ли? Ладно, выходим. Постарайся найти тут главного. А вот. Нет, здесь все есть. Агент, тебе нужна информация на чистильщиков? На днях произошло нападение на аванпост ОТГ в соседнем убежище. Если ты ищешь чистильщиков... Найдено мобильное устройство. Удачи. Зацепка. Нужно идти в это убежище. Может, узнаем, что про Конли. Стерилизацию чистильщики проводят основательно. Может, они все еще там. Может быть, они еще там. Может быть. Идеология. Конли и Киннер вполне могли найти способ манипулировать чистильщиками. Мало ли, на кого они их еще натравят. Ты права. Нужно осмотреть этот сектор. Может, выйдем на след Конли? Может, выйдем. Пошли на след. Прежде чем приступить к выполнению задания, надо все пособирать. Улики, данные, естественно, ресурсы. Мой Конли тоже. Так, что, новый боевой замес.
кошмар. Так работают чистильщики. Иди в здание и поищи Конли. Она твоя приоритет. Перехвачена радиопередача. Это здание нужно спалить дотла для верности. Я зачищу крышу. Конли еще здесь. Давай быстрее на крышу, агент. Это Конли, Шмонли. Блин, пошли. Пошли на крышу. Все горит. Рекомендуется обход. Рекомендуется обход. Есть система пожаротушения. Но это единственный путь на крышу. Система пожаротушения должна была включиться автоматически. Может, чистильщики перекрыли воду? Постарайся включить ее вручную. Система пожаротушения включена. А теперь бегом. Может, Конли еще на крыше? Давай, агент. Упростили задачу. Не надо под огнем. Перехвачена радиопередача. Зэд, все, мы не можем рисковать. Есть, мэм. Берем всякую всячину. Чину. Завис, что ли. Давай. Долгий путь на крышу. Просто вообще фишка. Все ящики здесь лежат. Обнаружена неизвестная сеть. Я наконец засекла часы, но сигнал слабый. Ты разозлился? Интересно. Черт, Конли тут нет. Проверь эхозапись, может, это зацепка. Поблизости есть эхо-маяк. Эхо-маяк. Спасибо, что предупредил о зараженных. Я знал, что ты это так не оставишь. Вот так и не могут пресечь распространение вируса. Зараза следует за ними по пятам. Просто снабжай нас данными, мы разберемся. Не сомневаюсь. Потом поговорим. Говорите! Мы начали зачистку, но чтобы сделать все тщательно, потребуется время. Действуйте. Как закончите, возвращайтесь на танкер. Значит, Конли действует по наводке Киннера. Он решил натравить ее на ОТГ. Сказал, что они зараженные. А большего чистильщикам и не нужно. Ладно, сейчас не до Конли. Агент, снизу к тебе идут гости. Угу. Встречаем гостей.
ищем. Так. Замечательные друзья. Давление будет здесь эффективнее. Иду прям в упор. Лицом к врагу. На подходе еще отряд. Зачисти первый этаж и вали оттуда. Ух ты, какой босс. Как? Ты? Да их тут двое. Так. Потом вот так. Сегодня Конли повезло, но ей это не поможет. Чистильщики организовали оборонительный периметр вокруг танкера в двух мостах. Конли сказала, что возвращается туда. Надо ее навестить. Угу. Так, бункер на мели. Конли. Юрин Конли. Еще мы теперь знаем, что Конли скрывается на танкере близ Манхэттенского моста. Чистильщики уже не первый месяц перерабатывают там нефть. Видимо, под ее присмотром. Разведка сообщила, что в их охранном периметре есть уязвимое место у западных ворот. У тебя теперь есть все необходимое, чтобы ей нападать. Рядом позиции под охраной противника. Я тебя убью!